Всем привет, ребят! Сегодня мы будем разговаривать о проекте Chili. Я вам расскажу, как в этом проекте, что сделать для того, чтобы заработать. Первое, что вы должны понимать, вы когда приходите в это приложение, заходим в NFT, вам дают бесплатные очки, вот такие вот они, вот так вот они выглядят, называются они стартинг. На них вы, к сожалению, ничего не заработаете, то есть бесплатно в этом приложении не заработаете какие-то хорошие деньги, скорее всего, там пару центов, но это будет бессмысленно. Итак, первое, что нам надо будет сделать после входа в проект Chili, зайти в раздел кошельки и создать внешний кошелек для того, чтобы потом можно было спокойно ввести сюда токены и начинать качать свои очки. Также в профиле, если мы заходим в раздел сверху, нажимаем социальный буст, нам нужно будет подключить Twitter. В Твиттере должно быть 100 человек подписанных, то есть нужно поменять аватарку, выслать на проверку, нужно поменять описание в Твиттере, выслать на проверку. За это все вы будете получать на 9% токенов больше, то есть это очень важно. Итак, заходим мы в раздел NFT. Здесь вы, как вы видите, у меня двое очков симплов. Первые прокачаны на 24 уровень. Следующие не прокачаны абсолютно. Они нужны для того, чтобы у меня было 3 энергии в день, чтобы я мог смотреть ленту на 5 минут больше и, соответственно, быстрее как бы окупаться и зарабатывать. Окей, покупаем двое таких очков, одни вам обойдутся примерно в $103, то есть на маркете их можно найти. Ищите с показателем линзы с максимальным, радар может быть 6, в принципе можете посмотреть, как у меня это все выглядит. Все поинты вкачаны в линзы, то есть каждый уровень вам будет давать 2 поинта, которые мы будем вкидывать в линзы для того, чтобы больше зарабатывать токена за просмотр ленты. Дальше нам понадобится 40 токенов. Даже секундочку. Нам понадобится 49 токенов ли для того, чтобы докачать до 24 уровня. И здесь написано 1,9 токена чили. На самом деле там 1,25. То есть не 1,9, а 1,25 токена чили для того, чтобы перейти с 19 уровня на 20. То есть 50 токенов ли, 1,25 токена чили и 103 USDC. Дальше мы покупаем двое пара очков. Не смотря ленту, просто качаем вот эти вот очки, одни из ваших, на 24 уровень. И тем самым они качаются примерно 13-14 дней. И тем самым за месяц у вас получится сделать с ваших $262 примерно 800-850, в зависимости от того, насколько вам будут крутые падать сундуки. Есть еще вторая стратегия. Мы качаем очки не до 24 уровня, а до 21. И начинаем смотреть ленту и качать очки до 24 уровня. Почему так? Во-первых, разница в токенах не огромная. То есть примерно между этими четырьмя уровнями у вас процент заработка увеличится всего лишь на 10%. Но вы можете войти в этот проект, потратив меньше на 7,5 ли. То есть внести не 49 ли, а 44,33. Вернее, 41,93. То есть тем самым, во-первых, быстрее прокачать очки, то есть это примерно 10 дней у вас будет, и после 10 дней уже начинать зарабатывать, при этом докачивая очки до 24 уровня. Такая стратегия примерно экономит вам 20 баксов, то есть на 20 баксов вам будет дешевле, то есть вы сэкономите, и будет у вас нужно будет ввести не $262, а 240 примерно. Третья стратегия, это уже мы подключаем друзей, просим, чтобы они сюда вошли и прокачали вам вот такие вот очки, стартеры, то есть они не будут ничего покупать, вы им скидываете 9 токенов ли
и они вам качают их до 10 уровня. Почему их нужно прокачать? Потому что вывести их можно с игры только если ваш уровень очков больше 10 уровня. То есть до 10 докачиваем, переводим в кошелек. С этого кошелька переводятся очки к вам, и у вас будет две пары очков Simple, очков Starter. И не нужно будет каждый раз, каждый круг покупать вот такие очки за $51. То есть у вас будет двое стартеров, и вы будете просто покупать очки за $51 и прокачивать их. Но на этой стратегии в первый раз, когда вы делаете и прокачиваете очки, вы сэкономите примерно $20, а в последующие у вас будет экономия $50. То есть, если посчитать все, то в принципе первый раз, когда вы заходите, можно зайти с $220 и вынять $850, а потом каждый круг следующий у вас будет выходить примерно $190, а на $190 вы будете делать $800-850. То есть 4 икса будут входить примерно за 40 дней. Для меня эта стратегия сейчас актуальная. У меня друг сейчас качает мне очки, плюс у меня жена ходит, мы ее уже наконец-то докачали до 21 уровня, ее очки, она сейчас первый день сегодня будет смотреть ленту и получать токены Ли. По поводу того, сколько я здесь заработал, на данный момент можно зайти в статистику, то есть у меня есть 10 Ли на внутреннем и на внешнем 76, я там уже выводил, но если мы зайдем сюда, то есть здесь можно посчитать 36 токенов, 44, 30, 10 и 10. То есть примерно это 80, 110, 100, 130 токенов я уже отсюда вывел. Плюс у меня еще на кошельке 10, то есть 140 токенов. Если мы просто перейдем в калькулятор и посчитаем 140 токенов по 2,65, мы получаем $370. Я уже с этого проекта вывел. Но, конечно, на старте у меня были косяки, о которых я вам сейчас рассказывал. То есть я начал смотреть ленту там на 10 уровне, на 11, не понимал, как это все выглядит. А сейчас я жене показал, как это сделать проще. То есть 21 уровень мы ей вкачали, и она сейчас качаются очки на 22 уровень. Но она уже сегодня сделала примерно 9 токенов Ли. То есть она уже начала зарабатывать. Там у нее вышло что-то в районе $23 за день. Но когда очки докачаются до 24 уровня, у нее будет получаться примерно $28 в день. Если вам это видео было полезно, пожалуйста, поддержите мой канал, можете подписаться. Я здесь буду рассказывать о всяких разных мобильных приложениях, на которых можно будет заработать как NFT, так и не NFT. Всем спасибо, всем до следующего видео.